Ну что, ребят, продолжаем наше выживание. В прошлой серии мы с вами становились, что я должен был найти остров с медью, с залежами меди. Мы это сделали, точнее я это сделал. И что могу сказать? Меди здесь всего лишь 20 единиц. Я забрал ее всю, поехал домой, переработал. И закончилась она буквально, получается... Что я сделал? Я потом покажу, что я сделал, у меня их больше нету. Восстанавливается она реально очень-очень-очень долго. Прям максимально долго. Давайте выпьем. Все, съели, выпили, да. Максимально долго восстанавливается. Я не знаю, чтобы примерно нормально производство делать. Это нужно в рамках игры, по-моему. Сколько там пишет? 4 недели, чтобы полностью все восстановилось. Ну, то есть, сами понимаете. Так, а по заданию мне нужно было найти вот этот лагерь выживших людей. Найти лагерь и типа исследовать его. Здесь я нашел книжку. Книжку, и мне показали ролик, то, что выжившие с корабля отправили сюда, чтобы найти тоже так же самое залежи меди и починить свой корабль. Но что-то пошло у них не так. Так, идемте заберем записку, прочесть записку, и дальше попробуем выполнить задание. Потом вернемся домой, и я покажу, что у нас с вами там нового на острове. Так. Нужен предмет медный слиток. Ага, нужен предмет медный слиток. Понял. А у меня дома есть медный слиток или нету? Либо нету. Ладно, давайте тогда вернемся домой. По-моему, у меня где-то один слиток есть, если не ошибаюсь. Просто получается, вот руда идет, кусок медной руды. И идет один к двум. Ну, то есть из двух кусочков я могу сделать один медный слиток. Так, да, идемте, вернемся на корабль. Куда нам нужно идти? Куда нам нужно идти? Ага, нам нужно идти вон, вон тудой, чтобы выйти. Ладно. И да, когда будете путешествовать, мало ли вы посмотрите на этом моменте игрульку и заходите в нее поиграть. Когда будете путешествовать по каким-то островам, ну как по этим, как я сделал, берите с собой строительные материалы. Они находятся в крафте, вот эта вот штука. Давай, прогружайся. Чтобы построить вот причал, чтобы построить причал, нужно будет набор строителя. О, хорошо. Так, нужно будет 3 штуки, то есть на 3 острова 9 штучек себе накрафтите. И так будет проще, потому что когда вы на корабле сюда приплываете, вы приплываете в основном вот где ты находишься, сейчас покажу. Вот в эту точку, вот тут она находится, возле корабля Санта-Мария. А так у вас будет уже нормальная, как говорится, пристань, куда вы сможете отправиться. Так, давайте на лодку. Пойдем заберем слиток, либо сделаем его, я не знаю, дома у меня есть, нету. Все, нормально, да. Да плюс возьмем поесть и попить. Так, что это у нас? Угу. Это у нас палочки, мы же правильно с вами бегим? Да, вроде правильно. Не знаю, игрулька вроде прикольная, с одной стороны, но с другой... Вот... Реально, чересчур сильно долго это все восстанавливается. К примеру, если я сейчас возьму вот это вот, добуду здесь камни, могу все 6 штучек добыть. Да, могу. Вес будет минус. Так, если мы сделаем вот так, вот, 3 6, то вот это вот месторождение камня, ой, ля какой, теперь я человек-павук, то месторождение камня будет восстанавливаться, по-моему, 4 недели игровых. А ждать 4 недели, это нужно либо запасаться едой и водой, и чисто подходить к спальнику и спать, ну, тоже сами понимаете. Так, вот про что я говорил, что теперь я могу отправиться туда, куда я хочу. Точка перемещения. Ну, нам нужно домой, вот сюда. Поплыли. Что не знаю, вроде и прикольная игрушка, я не знаю, советовал бы мне поиграть. Но что-то как-то сильно долго все, реально долго. Можно было бы и побыстрее это все восстанавливать. В принципе, с производством, к примеру, там чего-то у меня проблем нету.
Дерева у меня пока не хватает, я могу из веток делать, но в дальнейшем у нас тут идут. Сейчас мы приплывем. В дальнейшем идут у нас распиленные доски. А на распиленные доски у нас идут обычно деревья. А когда ты обычно деревья срубил, то они больше не растут. Да хватит ты уже. Я за здоровый образ жизни, а ты вот это меня позоришь. Так, давайте смотреть, что у нас нового. Поставил вот такой вот солнечный опреснитель. А здесь получается всего лишь 30 единиц воды и морская соль. Прикольная штука. Это я из меди сделал. Здесь водичка у нас есть. Есть, хорошо. Давайте, наверное, попьем. Восполним запасы. И пусть дальше оно себе стоит. Нужно, наверное, таких медных будет себе наделать штучек 5. Ну и то тоже. Так, не обращайте на это я проверял, получается сигнальный огонь, он у нас крафтится вот тут, типа переносной маяк, можно его скрафтить, можно забрать, можно здесь подойти, к примеру, там где-то на месте его скинуть, и он долго и нудно у вас будет дымить высоко, вы тогда точно не заблудитесь, я просто проверяю, сколько он будет дымить, но если по игровой, то он у меня уже где-то неделю дымит. Плюс-минус. Так, что у нас тут есть из нового? Из нового у меня улучшенный кожаный станок. Теперь мы можем делать с вами кусок кожи. Так, это у нас все добывается. Чистая вода тоже добывается. Высушенная шкура тоже. Потом улучшенный, получается, это как его... Улучшенный плотницкий станок тоже. Мы на нем можем теперь делать вот доска. Так, сделал себе тележку для деревьев, для камней. Это улучшенная тележка. Здесь можно сложить 160 общего веса чего-то. Здесь у меня производит уголь. Так, давайте смотреть, есть ли у меня кусок меда. Да, нам, по-моему, одна штука нужна была, да? Да, все хорошо, отлично. Здесь у нас печка для обжига. Мы здесь крафтим с вами глиняную форму для арбалетов. Но пока мясо нам не надо. Здесь мы можем сделать горшочки, глиняный кирпич, вот про что я говорил, и плоская глина. А вот мне интересно, глиняный кирпич. Мы сможем из глиняного кирпича, к примеру, себе дом построить. А давайте возьмем глину. Давайте возьмем глину и посмотрим, сможем ли мы потом делать себе. Так, вот так вот. Можем ли мы все строить дом или нет? Глиняный кирпич, крафт, не? Или нам обжиг нужен? Выберите слот. Угу, выберите слот. Так, рецепты. Рецепты, рецепты. Что здесь? Опреснитель воды. Угу. Самогонный аппарат, понятненько. И примитивная кузница. Ясненько. Ну, значит, не можем. Ну, и ладушки. Я думал, мы сможем сделать здесь себе кирпичный домик. Что еще? Кузница. И сушим здесь кожу. Все. Не знаю, видели, не видели. Сделал себе двухэтажный домик. Здесь у меня на первом этаже чисто склад стоит, а на втором этаже мы с вами отдыхаем. Здесь у меня стоит химический стол. Так, а я могу что-нибудь принять, чтобы вылечиться. Что-то мы приняли, что-то мы вылечились. Так. Вот мой кострик. Огонь. Ну, наверное, если бы я жил бы в реальной жизни, я бы возле себя костер в доме не ставил бы. Ну, это так. Но здесь мы согреваемся. Плюс я сделал себе лампу. Давайте зажжем. Она будет у нас светить, когда у нас будет темно. Прикольная штука. Светится 4 дня. Здесь мы производим, получается, из жира вот масло для лампадки. Я их себе наделал, сколько у меня их 11 штучек. То есть сможем спокойно освещать не очень-очень долго времени. Так, ладно, все, идемте обратно. Единственное, что, наверное, я не знаю, что мне нужно выложить. Давайте я что-то выложу лишнее, чтобы с собой не таскать.
Нет, не сюда. Блин, у меня места, да? Больше нету. Давайте камни положим сюда. Эти с собой. Ножик пусть будет. Давай вот сюда. И в принципе все. Мне бы что-нибудь бы попить бы с собой бы взять бы. Не знаю, есть ли у меня где-то тут рядышком кокосики. Потому что, в принципе, когда я тут на острове бегаю, мне хватает и еды, и воды. Но когда я отправляюсь в путешествие, сами понимаете, что оно быстрее как-то все происходит. Так, выбрать все. Отлично. Так, по три штуки нам должно этого хватить на путешествие. Так что давайте, идемте поспим, и назад возвращаемся. Вот это вот мне нравится, сигнальный костер такой, прикольный. Видно издалека, точно не заблудишься. Так, давайте домой, закроем окошки, чтобы нам не дуло. Хотя с такими щелями, в принципе, можно было окна и не делать. Так, давай спать 10 часиков, отлично. Можно восстановить еще на 8 часов, да. Все, шикарно, полностью здоровье мы с вами восстановили. Поплыли обратно. Прочесть записку, да, сейчас мы записку прочитаем. Все. Отправляемся, здесь у нас пусто, здесь у нас водичка, фляга есть, ну хорошо. Так, ремонт? Не, ремонт еще пока мне не нужен. Давай сюда и давай на Медный остров. Поплыли. Реально могли бы сделать бы, чтобы я мог бы, к примеру, там добывать и глину и руды всякие столько, сколько я хочу. Ну, то есть, зачем мне ждать 4 недели? В игре, а вы сами понимаете, это очень-очень долго. Это даже элементарно 7 дней мне нужно было добыть, получается, эту хрюшку. И мне пришлось 7 дней просто спать. Ну, то есть есть и спать. Не знаю, зачем они выбрали такое решение. Чтоб, типа, затянуть прохождение, ну, а смысл? Если игрушка прикольная, то ты будешь в нее играть без разницы, сколько тебе придется тут, к примеру, фармить дней. Тот же самый, к примеру, не знаю, ту же самую глину. Так, термит. Термит, муравей. Здесь можно, конечно, глину добывать, но это тоже. Это мне нужно, получается, отправиться сюда. Мне нужно починить корабль. Чтобы починить корабль, мне нужно собрать материалы. Деревья здесь не восстанавливаются. И посадить я деревья тоже не могу. Может, в дальнейшем, конечно, мы сможем сажать деревья, но что-то мне кажется, что навряд ли. А на острове, вы сами понимаете, у нас будет... Так, куда я вообще иду? Куда я вообще иду? Ага, вот сюда. Сами понимаете, что деревья здесь не, ну, быстро закончатся на нашем острове. Хоть они дают, сколько, 2-3 бревна, но это маловастенько. Очень сильно маловастенько. Так что если здесь не будет каких-то семян по выращиванию деревьев, в определенный момент, рано или поздно, наше прохождение закончится. Потому что, к примеру, построить одну стенку, это мне нужно как минимум одно бревно. Так, хорошо, давай. Починили, отлично, берем записку. Новая цель по следам Понце и Фернана. Итак, мы отправляемся на исследование. Угу. На остров по координатам 25. Ага. В лагере на Медном острове остаются... Дежурить моряки. Прикольно. Давайте смотреть. Нужно перо и чернила. Да вы издеваетесь, это мне нужно домой отправляться за пером и чернилом. Вот про что я и говорю. А нельзя было сразу мне как бы найти шахту отмеченную на... Найти шахту, найти шахту, на...
На карте отмечено место, куда они отправились. Думаю, я смогу его найти. Так, ну вот сюда. Вот это вот, да? Месторождение меди. Ну, к месторождению к меди мы еще с вами сбегаем. Это не есть проблема. Но мне нужно сейчас будет взять чернила с собой. Сбегать домой. Ладно, тут ничего нет. Попить, поесть. Это что такое? Это... Нет, нет. Ладно, возвращаемся домой. Я не стал некоторые моменты записывать, потому что, в принципе, вся игра вот такая. Побеги туда, собери то, убей того, съешь это и... Ну и так далее. То есть, я думаю, это не сильно интересно. И нужно выбирать какие-то такие моменты, которые можно, к примеру, и обсудить. И вам будет интересно, и мне не надо будет вот так постоянно бегать туда-сюда. Так, я заблудился, куда мне надо вообще? Так, ага, за мной ящерка бежит. Все, 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 отстань, 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 отстань. Ну давай, давай, иди сюда. Так, вот сюда. Так, скорпиончики. Скорпиончики, скорпиончики. Так, давайте камушек возьмем и, наверное, еще позабираем камушков. Камушки нам пригодятся. В основном я использую, чтобы восстанавливать, к примеру, там наше оружие. Ну, так самое, топоры, копья. Не ломается, приходится постоянно их то чинить, то крафтить. Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Комарик, отстань, я невкусный. Так, давайте эти камушки, наверное, тоже заберем. Ага, я не могу забрать, почему? Потому что... Так, давайте камушки сложим вот сюда. 13 штучек, и эти тоже заберем. Все, хорошо, поплыли домой. Ура, мы опять плывем домой. За чернилами, только я не... Так и не понял, сколько нам нужно чернил. И есть ли у меня возможность их сейчас скрафтить? Что мне для этого нужно? Сейчас будем смотреть вместе с вами. Надеюсь, у нас водичка там уже... Там уже приготовилась. Потому что реально очень быстро у нас из-за путешествия пропадает шкала водички и еды. Все, побежали. Так, давайте, наверное, сейчас сходим, посмотрим за чернилами. Что у нас тут есть? 17,80. 30 из 30. Хорошо, давайте наполним, наполним. Так, резервуар забрать. Зажимаем и наполняем. Все, у нас 5 как раз остается. 5 сможем выпить. Отлично. Положить, положить. Так, берем. Раз, два, три, четыре. Четыре берем. И бежим, заполняем. Так, забрать соленую водичку. Зажали. И оно наполняется. Хорошо, отлично. Побежали. Можно, конечно, опреснитель поставить куда-то сюда, но я решил все возле домика. Так сказать, не отходя, как говорится, далеко от кассы, чтобы это все было. 57, давай еще. Еще наполним. Так, все, отлично. Думаю, пока весь мы туда-сюда сплаваем, у нас будет еще водичка с вами. Так. Это морская вода, морская вода. Нам морская вода не нужна. Так, перелить рецепты, не выбросить мне, перелить назад. Ладно, пусть будет, потом зальем в наш опреснитель. Давайте смотреть, что нам нужно. Нам нужно сначала убрать сюда камушки, пусть тут будут. Так, скушать финики, вот.
Идемте наверх, посмотрим, что нам нужно для чернил. А для чернил нам нужно перо, уголь и яйцо нам нужно. Ага, так. Все по одному, правильно я понимаю? Так, сколько? А, перо чернильное X5. Хорошо, перо, перо, перо. Перо вроде-то где-то есть у нас здесь. Так, одно перо. Яйцо, да, потом. Вот эта вот штука. Как раз одна штука есть. Давайте сразу вложим, сбегаем сейчас. Да, будем. Яичко. Так, хорошо. И мне нужно будет уголек для зарисовки. Так, у меня же вроде был. И в инвентаре. Где у меня уголек для зарисовки? Неужели в корабле? По идее, должен быть в корабле, если не ошибаюсь. Да, вот эти. Хорошо. А это я смогу забрать? Да, смогу. Отлично. Камушки, камушки. Ладно, пусть камушки будут. Побежали. Сейчас тут недалеко у нас есть гнездо. Надеюсь, там есть яйца. Не знаю, наверное, если бы не задание в этой игре, мне бы, наверное, было бы нудно. Потому что я хочу, во-первых, больше построек. Мне мало реально построек, я хочу больше их, чтобы у меня было конкретно, не знаю, там видов 40 только стен от них разных. Чтобы я мог строить разные там дома, коттеджи, столики, кружечки. Мелочевки, короче, не хватает. Я понимаю, что я на острове, на необитаемом, и в принципе этот чайный сервис не сильно и нужен. Но не хватает, честно. Так, вот, давай, у тебя должно будет, у птички быть. У птички должно быть и яичко. Так, у тебя только черви, ага, а вот ты. Бонжур. Все, до побачення. Хорошо, забрать. Забрать, забрать. Все, побежали. Даже трофей добыли. Тихо, 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 что за звуки. Так, идемте. Вот, видите, как оно светится? Маячок этот. Он, в принципе, немного и стоит по продуктам, так сказать. Ну, прикольная штука. Если не забуду, то примерно скажу, насколько его хватает. В лесу особенно прикольненько, к примеру, там оставил где-то ты в лесу провизию, дальше не можешь двигаться. Кинул метку, вернулся, забрал. И все шикарно. Оно и на мини-карте отмечается. Красненьким, видите, вот все красненьким светится. И так его видно. Это называется, чтобы разбавить контент, я говорю про костер. Так, это что у нас? Это у нас ромашка. По-моему, из ромашки тоже что-то мы могли бы с вами делать. Так, что у нас тут? Это не то. Это финики. Мы тоже финики заберем, потому что на острове нам нужно будет покушать. Так, давайте смотреть. Только давайте для начала мы сделаем... Так, дай. Дай красоту. Во. Давай разместить, друзья, вот мои. О, все, ля. Как... Та, ты шо, красота. Так, убираем. Берем в руки копье. Все. Аумбовый, аумбовый. Ладно. Так, давай сюда. Все. Начать. Есть. Шикарно. Теперь гасим кострик. Нам не нужен. И отправляемся обратно. Отправляемся обратно. Так, дверки мы закрыли. Водички мы чуть-чуть давайте попьем с вами. Во.
Отлично. И поплыли обратно. Так, ага, 4000 лодка наша. Сейчас, одну секунду, я хочу кое-что посмотреть. Сколько это будет стоить? Так, сколько это будет? Где ты? Вот ты. Распиленное бревно 2, веревка 2. Так, давайте 4 веревочки возьмем. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И распиленное бревно. Только для этого мне нужна пила. Дай мне пилу. Так, давай мы возьмем кожу. Распиленное бревно у меня одно есть, но мне одного мало. Мне нужна пила. Вот пила. Мне нужно две штучки. Вот за что я говорю, что деревья уходят просто, что не в себя. Так, распиленное бревно. Понеслась. Понеслась, понеслась. Ага, я не могу двигаться. Почему? А потому что у меня много всего в инвентаре. Так. Давайте, наверное, еще сейчас глянем с вами, что мы сможем с вами сделать из ромашки. Так, ромашка. Сок ромашки. Средство от всех форм несварения. Боль в животе, расстройство желудка, диарея, пищевое отравление. Ну, пока мезе тут. Сколько у меня ромашек? 7. А мне нужно сколько для крафта? 1 к 1. Давайте попробуем сделать. Пусть у нас будет лекарство. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ага, я не могу опять двигаться. Так, чтоб тебя такого... Так, перо. Перо давай сюда. Да, правильно, все, могу. Нет, не могу, ладно. Ладно, давай камушки выбросим. Камушки я с собой ношу, потому что в некоторых моментах они нам пригодятся для разделки туш и плюс еще починить свое. Ага, нужно на крафт сразу все поставить. Все, хорошо, погасить. Давай сюда. Лекарства ложим. Чернила есть, все есть. Теперь что мы делаем? Что мы с вами делаем? Я что-то хотел. Так, иди камушки. Вот мои камушки. Так, и вот еще камни. Прикольно. Тогда давайте мы с вами оставим вот так. Эти положим. Показываю все как есть. Все, что вы будете делать в этой игре, как говорится, показываю целиком и полностью. Так, все. А у нас распиленное бревно есть, да? Да. Давайте делать тогда две штуки. Или две мы не сможем. Ага, две мы не сможем. Ладно. Хотя бы одну. Все, можем бежать. Можем бежать. Так, веревку мы назад отправляем. У нас еще 23 штуки есть. Можно будет сделать. Пилу нужно будет обратно положить вот сюда. И пойти повесить шкуру. Так, завершено. Повесить все. Это собрать. Пусть не мокнет на дожде. Сложим обратно. И давай, 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 давай вот сюда. Все, отлично. Теперь сможем ремонтировать нашу одежду. Ну, либо сшить новую на крайняк. Все. Отлично. Ой, тихо. Отправляемся обратно. Когда домой вернемся, нужно будет починить. Так, медный остров. Надеюсь, это все, что от нас будет требоваться. Что кроме чернил, мне нужно будет еще что-то делать. Так, ну что там? Давай, я в тебя верю. Прогружайся. Прогружается как фрезики у меня. Хотя в Resident Evil у меня сейчас прогружается немножко быстрее, чем в этой игре. Короче, не знаю, когда выйдет этот конкретный видос и когда выйдет у меня
Следующий резик, следующая серия. Это наконец-то я там разобрался с Сенсой этого первых. Не знаю, кто не смотрел, посмотрите. Новый Резидент играю. И понял, почему, к примеру, когда я целился, у меня водилось мой прицел. У меня там автоприцеливание было. А я думаю, что меня так дергает, когда я прицеливаюсь, у меня оно просто по всей карте. Так, это у нас хорошо. Кофе нам не надо. Нам нужно, по-моему... Куда нам нужно? Тихо, давай, подошел сюда. Ах ты, падла. Сюда, а куда ты уходишь? Ага, ты еще и с другом, да, тут? А куда ты уходишь? А куда ты уходишь? Так, жир. Давайте жир возьмем. Я не знаю, зачем свежая шкура. Тегу, из него ничего не делается. Но жир я в себя заберу. Сделаем эти лампадки. Так, ага, инструмент поломался, вот за что я говорю, уничтожить. Так, нажимаем, рецепт, ножик. Поехали. Камни уходят только так. Все, хотя сами понимаете, что, в принципе, камень против ящерицы, ну такое себе. Почему они так быстро у меня ломаются, камни? Ну ладно, допустим. Так, нам нужно куда-то, по-моему, куда-то вот сюда. Все, отстань, пожалуйста. Либо мы себе тоже жир добудем. Я ж правильно бегу? Или неправильно бегу? Нет, я неправильно бегу. Мне прямо и направо. Да, ты в этой игре либо бегаешь, либо бегаешь, либо бегаешь. Либо бегаешь, либо бегаешь. Строишь ты примерно где-то процентов 10 от всего времени прохождения этой игры. Строишь процентов 10, а в основном ты бегаешь то за водой, то за едой, то за водой, то за едой. Так, как ты, братиш, нормально? Отдыхаешь? Что у тебя тут есть? Ничего? Что там? Все идет по плану, да? Я смотрю. Понял, умнички. Так, давай. Смотрим. Бум. Да ты шоля. А ну. Так, отлично. Это что такое? Карта поисков партий. Бум. На этой карте я отметил, на какие острова и по каким направлениям Понци отправил своих подручных для исследования. Для исследования ветреный остров расположен неподалеку отсюда. Другие же острова находятся в другом регионе. Окей. Окей, найти шахту, отмеченную на... Ну, давайте, хорошо, найдем шахту, отмеченную. Но ветреный остров, мы с вами вроде находили. С вами вроде находили, ну ладно. Мы на нем были тогда. Нужно было, наверное, по сюжету сначала сюда отправиться, а потом уже, это как его, отправляться за всем остальным. Ну ладно. Ладно, надеюсь, мы сюжет из-за этого с вами не сломали. Так, идемте посмотрим, где у нас находится медный рудник. А медный рудник у нас здесь всего лишь один. Он находится у нас вот туточки, вот тут тусечки. А здесь будет бегать ягуар, который возродится через сколько... Где ты? Через сколько-то дней, короче. Все. Я здесь добыл, и здесь я не могу ничего сделать. Найти шахту отмеченную. Я нашел. Куда они отправились, думаю, я смогу их найти.
Этих шахт отмечено на карте. Ну, я нашел. Правильно ж? Вот тут крестик же был. Или я что-то не понимаю. Или это совсем не то. Или это совсем не это. Так, ладно, давай смотреть. Ветреный остров на ветреном острове. А на ветром острове что у нас тут? Вроде ничего. Так, место апсид, но нам не нужен. Здесь у нас что-то запрятано. Нужно будет открыть. Ну все, я добыл все, что я хотел. Ну то есть как бы вот я нашел. Карта региона, ага. Так, ну вот мой остров. Вот тут плюсик, да? Месторождение меди, ну. Я говорю, восстановится через 20 дней, понятненько. Я нашел. Что вы от меня хотите? Добыть я не могу. Параметр процесс. Все ресурсы собраны. Со временем восстановится. Ладно, давайте попробуем поспать. У нас есть еда с вами? Да. Давайте, наверное, крафт сделаем сразу еду и попробуем пару суток поспать. Мало ли, может, это нам поможет. Все, хорошо. Давайте спать. Давайте спать 24 часа. Бум. Первые сутки прошли. Угу, нету ничего. Хорошо, давайте скушаем финик. Давайте попьем водички. Давайте поспим вторые сутки. Сейчас как раз проверим, через сколько восстанавливается один. Один, один, один. Один, как говорится, кусочек медной руды. Просто я добыл его как раз перед записью. Ну, то есть считайте, что я добыл его перед записью. Так. Давай спать. Что, у меня еда не портится? Мне вроде нормально. Нема? Сколько мы уже? 3 дня проспали? Хорошо. Давайте еще поспим. Поспим. Еще давай. Так, это походу будет 4-й день, да, когда я буду спать, да. Во. Выбрать все. Добыть 4 дня, короче. Все, я нашел шахту намеченную. Посмотреть документы. Вот, я добыл, да. На этой карте изображено место шахты медной руды, которые направились в принцип. Ну, все. Я добыл. Дальше нельзя, типа, поменять задание. Все, мы с вами добыли, мы с вами справились. Почему задание не меняется? Или что мне нужно сделать? Неужели я сломал игру? Так, мы здесь были. То есть, когда я это делаю, либо мне нужно... Ладно, давайте еще 4 дня поспим. Либо мне нужно больше собрать. Так, спать. Раз. Давай спать. Два. Всем любителям поспать, как говорится, посвящается. Все, и спим. Два поспали, да, еще на 2 дня нам, по идее, должно хватить ресурсов. Так, три. И давай четвертый. И четыре. Все, добываем. Угу, не хватает. Просто если я сейчас еще раз посплю, я могу тебя съесть? Да, могу. Ладно, давайте съедим. Давайте еще раз поспим. Так, это будет 5-й день. Угу. Ну ладно. Ладно, все. У меня нету возможности больше. Больше спать. Я сейчас буду терять сознание. Из-за того, что у меня нет воды. Но я нашел шахту. Все, что вы от меня хотите? Отстаньте, пожалуйста. Так, куда мне нужно идти тут? Куда-то, по-моему, вот сюда.
Ага, у нас с вами несварение желудка, понял. Ну, ничего, бывает. Ничего страшного, дома у нас есть таблеточки, а я, по-моему, не туда иду, правильно я понимаю? Не, вроде правильно я иду, но... Но нужно будет прорваться немножечко. Так, ну на корабле у нас, по-моему, вроде бы как бы есть одна фляга с водичкой. Откинуть мы не должны. Так что предлагаю на корабль. Все. Честно, я без понятия, что дальше делать, потому что я нашел-то шахту и там добыл. Может, мне нужно две руды добыть, я не знаю. Но вы сами видите, что две руды добыть я не могу. Ладно, давайте попробуем отправиться домой. Давайте попробуем отправиться домой. Взять с собой водички побольше, если получится. И отправиться обратно и попробовать то же самое сделать. Поспать, поесть, поесть, поспать. Так, давай, 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 еще чуть-чуть. Все, хорошо. Дай сюда. Все, отлично. Нам как раз домой хватит. Отправляемся домой. Либо на ветреный остров. Хроники 2 из 3. Хроники 1-1. Хроники. Не знаю, что за хроники. Что вы от меня хотите? Так, ну этот предмет я видел, этот я видел. Может тут проплыть? Может тут что-то... Что-то мы упустили или нет? Ладно, давайте оплывем остров. Ой-о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 й. Давайте попробуем оплыть остров, посмотреть, может мы что-то там упустили. Веревки на самом деле нет? Нет, веревки нету, плохо. Так, а здесь у нас кокосы... Кокосы, ананасы, если у нас тут... Давайте посмотрим, если да, будет хорошо. Если нет, это все печально. Ага, нет, восстанавливается. Ладно. А, вот туточки. Так, листья, листья. Это что у нас? Это у нас рыбные кости. Не, спасибо. Хотя пригодятся для этих, как его, для иголок. Так, ну финики хорошо я заберу. А мне кокосы нужны. Кокосы, кокосы, кокосы. Вот. Мало, конечно, но... Ну ладно. Ну что, попробуем еще раз бегать. Добыть себе этого, как его, руды попробовать. Так, здесь больше ничего, да, нету? Тут ветки, ветки, ветки. Ветка, ага. У нас еще не сварение это гребаное. Так, финики. Забрать. Здесь, по-моему, уже лутался, фармил, да. Ладно, давайте вернемся, попробуем назад, посмотрим. Не знаю, по идее нам еще хватит на 1-2 дня. На 1-2 дня поесть и поспать. То есть 5 дней мы с вами уже спали. Восстанавливаться на сколько? На 6-й? Насколько я понял. Так, давай смотреть, давай смотреть, давай смотреть. Съели хорошо. А здесь у нас восстановятся рецепты. Две штуки. Восстановится инвентарь. Да, ладно, идемте попробуем. Найти шахту, отмеченную на карте. Блин, ну я ж нашел ее. Ну, в чем проблема? Я нашел. И для этого специально же приготовил, сделал как его, медную кирку. Но все равно что-то игра от меня хочет. Либо хотит. Так, тут ничего нету. Здесь у нас на деревьях ничего нету такого покушать сочного. Во, три штуки. Хорошо собрать. Ты же у меня что-то восстанавливаешь, правильно я понимаю?
Вода, еда, да, есть, отлично, отлично, сможем, значит, еще поспать немножко. Сейчас посмотрим. Так, сюда. Предлагаю, короче, еще собрать один кусочек руды. Если нет, то, в принципе, говорится, ну, на нет, ну и нет, правильно? Что я могу поделать? В следующей серии уже будем разбираться, потому что сейчас я без понятия. Вроде добыли все, что нужно. Да, я бегу вообще. Угу, нам сюда вроде, да? Так, тихо. Тихо. Все, не падай. Все, не падай, все хорошо. Так, ага, хорошо, ананас. Не могу сделать. Почему не могу сделать? Потому что у меня... А, не могу сделать, потому что птица охотится. Хорошо. Хорошо, яичко мы у тебя заберем. Яичко восстановит нам еду и воду. И воду тоже. Так, дай сюда ананас. Наешь ты, зайка-ля, хорошо. Так. Давай эту штучку добудем, не знаю, что она нам даст. Все. Походу, что-то новый крафт теперь у нас есть. Все, хорошо. Больше нету, больше, по-моему, нету. Идемте смотреть. Идемте смотреть. Блин, ну конечно же, у нас не сварение, это плохо. Так, здесь у нас с вами нельзя добыть, да? Хорошо. Давай спать 24 часа. Поехали. Бумс. Отлично, дай мне, пожалуйста. Угу, нельзя, хорошо. Хорошо. Давай спать еще 24 часа. Блин, здоровье ушло. Вот это вот плохо. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо. Сколько я проспал? Уже 7 дней? А если я еще посплю, я походу коней двину, да? Или не, или нормально. 8 дней. И когда оно восстановится? Я без понятия, как говорится. На этом мои полномочия, как бы да. Хорошо, давай спим 10 дней. Бум. Анима. 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 Со временем. Хорошо, давай дальше смотреть. Я не знаю, что у меня хватит воды или не хватит вообще ананасик. Ну, вроде должно хватить, по идее, ананасика нам, чтобы утолить жажду, чтобы добежать до корабля. Так, это 11-й день, да? Правильно понимаю? Анима. А где? Анима. Анима. Найти шахту. Ну, я нашел шахту, и что? Или мне нужно еще одну найти шахту, кроме этой? Может, тут еще где-то есть? Ладно, ладно. А, бананы, кокосы, апельсиновый рай. Ладно, давай крафтить. Давай крафтить. Не, больше спать не буду. Все, у меня, в принципе, с меня этого хватит. Давайте на лодке попробуем оплыть остров. Мало ли, может, там что-то упустили. Где-то у нас еще, может быть, есть одна шахта. Ну, одна, блин, на остров, но это реально мало. Ну, как минимум, две нужно. Надеюсь, вы со мной согласны, что одна это вообще ни о чем. Так, давай на лодку, на лодку, на лодку. Во, сюда. Все, скорпиончик, отстань, пожалуйста, не до тебя. Я понимаю, что ты хочешь подружиться, но реально не до тебя. Просто если мне нужно будет заново все проходить, чтобы
У нас все пошло по плану, но не это долго. Мне, в принципе, проще уже следующую игру какую-то начать. Ну, либо я чего-то не понимаю. Так, хорошо. Давай, попить я больше не могу. Хорошо, восстановим мы тебя потом. Поплыли. Прочность у нас 3 косаря. Ладно. На крайняк построим новую каноэ себе. Это не есть проблема. По-моему, даже если я тебя попробую разобрать, то с тебя какие-то эти выпадают компоненты. Так, давайте оплывать и смотреть. Нужно куда-то вот сюда дальше плыть. Так, не знаю, был я тут, либо я не был. Но на том острове, по-моему, я был, да? Или нет, или да, или да, или нет. Так, а если я сюда смогу забраться? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, смогу ли я сюда забраться. Смогу вроде, да? И что это нам дает? А вроде ничего не дает. Не, выше я никак не смогу забраться. Ладно, давай сюда. Давай сюда. Давай, 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 давай. Сюда тоже никак. Да, сюда тоже вроде бы никак не забраться. Так, а здесь у нас... Если мы так посмотрим. Мы остров оплываем, понятненько. Ну да, все, тут больше ничего нету. А здесь у нас тупик. Здесь у нас с вами тупичок. Так, судно урон получает, судно урон получает. Хорошо. Не, не в плане хорошо, что получает. В плане хорошо, что хорошо. Так. Ё-моё, это не песочек. Ребят, это был не песочек. Ладно, здесь никак не забраться тоже. Здесь никак не забраться. Мы находимся с вами здесь. Ну да, я в принципе все тут исследовал. Здесь ничего нету. Ну, либо я что-то упускаю. Интересное место. Я был, был. Агава была, была. Здесь мы были. Здесь дерево для исследования. Тоже было. Ну все. Знаете, шахту отмечено на карте. Я ее нашел. Короче, давайте так, наверное, ребят, сделаем. Я сейчас домой. Немножко подфармлю. Немножко, наверное, что-то поделаю. Потом верну сюда. Попробую еще раз так. Поспать, поесть, поесть, поспать. Если получится сделать, то хорошо. Если нет, то просто пойду играть в резик. И записывать Resident Evil. А эта игра уже будет тогда, когда она будет. Так что все, наверное, на этом серию все. Ну, вы сами видите, я не знаю, в чем прикол, почему она не хочет. Может, я что-то и поломал, собрав раньше времени то, что не нужно было. Так что все. Всем мур-мур и всем до потом.